Всем привет! Сейчас мы будем с вами открывать вот посылки. Вот, такие, вот такая огромная пришла. Вот, 4 посылки. Это с Алиэкспресса. 11 ноября в Черную пятницу я заказывала. Так что, ну что, смотрим, что я там заказала. Так, вот такой пришел. Так, что это такое? Лазерная указка вот такая. Это Влад себе заказал. Вот, посмотрите, видите, лазер. Такая лазерная указочка. Она как ручка сделана еще плюс. Вот, это Влад себе заказал такую. Так, следующую открываем посылку. Так, пришла вот такая сумочка. Вот. На кнопочке. Здесь ремешок. Вот такая сумочка на ремешке. Очень плохо, так отвратительно пахнет. Не знаю, с каким-то химией какой-то. Так что, надеюсь, выветрится. Так, здесь у нас одно отделение, вот, как вам видно, вот, одно отделение без кармашков. Ну, простая сумочка, через плечо, я сказала. Такая. Стоила она тоже недорого. 200, по-моему, 48 рублей, да, вот такая сумочка. Следующую открываем. Так, пришли вот такие тапочки. Они с подогревом. Здесь должен быть шнур. USB, вот он. Работает через USB. Давай откроем. Так, вот такой шнур здесь идет. Заряжать, наверное. Вот. Очень мягкие, такие нежные, да? Так, вот здесь вот все заряжается, подключается, в общем. На замочке. И такие миньончики я заказала. Это Влада у нас на Новый год. Они стоили 890 рублей. Вот такие тапочки. Потом вам во влоге покажу, подогревают они вообще, греют. Ну, вот здесь вот. Или нет. И удобно, или нет вообще. Так, вот такая касса я заказывала детям. Вот, это на Новый год у нас. Одна пришла, а второй нету. Для Дани вот это по-моему, для... А, нет, для Кирилла вот это была. Такая касса была для Кирилла. Вот, а вторая касса еще не пришла. Я его заказывала 11 ноября, до сих пор нету. Так что вот. Подарю, значит, получается, пока вторая не придет, буду дарить это вместе со второй. Стоила она, по-моему, 1200. Тут вот весы, тут все как положено, кнопочки. Она музыкальная. Запечатано все хорошо.